на Женю с начинкой. В Brawl Stars сейчас, конечно, творится трэш из-за ошибки разработчиков. Но я достиг 30 уровня и сейчас получу Фэнга. Фух, давайте. Это Фэнг! Класс. Кто не знает, да, на днях я тут недавно купил Brawl Pass и снял видео, но не сделал его, к сожалению, для вас не выпустил. Оно не вышло, к сожалению. А может, к счастью, откуда я знаю? А теперь давайте прокачиваем нашего Фэнга. Блин, я не на того закину, ну все. Нет, так. Я тут прокачиваю пока что его. Так, давайте. Так, ребята, мы уже... Ну, слушайте, мы его как-то слабо прокачали. Других бравлеров я в прошлые разы прокачивал намного сильнее. Выиграй 15 раз бойцом Фэнг. Да, классика. А теперь прокачиваем его. Мы его даже только до 6, даже до 7 не прокачали. Ладно, давайте кликнем на весь клуб. Ура! Фэнг. И давайте поменяем иконочку на Фэнга, конечно же. Вау, я так рад, что получил его. А теперь давайте затестим его в бою. Ну что, ребята? Ну что, вперед. Давайте посмотрим. Ну, а тут боты, чтобы... Так. Так. Получай. На самом деле, сейчас как он для меня медленно бьет. Вау, красота. Ну что ж, бежим. Получай. Получай. Ладно. Класс. Тут вроде бы никого нету. Тут только бежит какой-то тик. Но он нам не помеха, потому что у него всего две баночки. Получай. Интересно, где же наш враг? Чего он так легко, да? Ну окей. Хопа, хопа и хопа. Ну, кстати, ну, Бравли Дар мне очень понравился с самого его основания, так скажем. Ну что ж, ну тут мне теперь только леги остались. Все, Фэнга больше в моей коллекции уже. То есть он как бы все в моей коллекции, но против моей коллекции его уже не стоит. И эти все значки я тоже получу, если буду правильно играть в Brawl Stars и проходить квесты. Кстати, ребята, если на этом видео наберется... Да, завтра выйдет ролик по матрешке РП. Чекайте, ставьте на колокольчик. Тоже всем удачи и всем пока-пока.